подробности семейной трагедии. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая избила 8-летнюю дочь молотком. Статья «Причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему». Напомню, в воскресенье утром в микрорайоне Каменная Горка 38-летняя женщина несколько раз ударила своего ребенка молотком по голове. Состояние малышки крайне тяжелое. Женщина задержана и помещена в РНБЦ психического здоровья. Известно, что кроме пострадавшей девочки, родители воспитывают еще двоих детей. Сыщики опрашивают соседей и родных семьи.